Вот уже, наверное, на протяжении нескольких лет на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Раздолье» ежегодно проходит спартакиада среди загородных лагерей Чистопольского района. Только вот не всегда собираются на традиционные соревнования все команды, как, например, в прошлом году, когда ребята из лагеря «Березка» не смогли принять участие в состязаниях. Нынче вот опять 4 лагеря, ну и думаю, что борьба будет ожесточенная. По каким критериям оцениваются? По критериям, по всем видам спорта выводим места, и по общекомандному, значит, принципу, кто больше занимает первых мест по всем видам спорта, тот занимает общекомандное первое место. Всем честной борьбы и удачи! Всего несколько минут общепринятого построения отделяли ребят от того, чтобы с головой окунуться в предстоящее состязание. Командам необходимо было отстаивать честь своего лагеря в 5 видах спорта. Мини-футбол, пионербол, веселые старты, стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка автомата Калашникова. Каждый лагерь заранее распределил роль всех членов своей команды в спартакиаде, так что, когда соревнования начались, ребята незамедлительно вступили в борьбу. И неудивительно, ведь всем хотелось доказать, что они лучшие. Кстати, в прошлом году победу одержали хозяева – лагерь «Раздолье». На победу надеется каждая команда участников, все лагеря, которые приезжают на такую спартакиаду, хотят выиграть. Нет их права, мы, конечно, тоже надеемся на победу. Как только мы узнали о предстоящей спартакиаде, стали готовиться, набирать команду. И надеемся, что, конечно, мы победим. Команды изо всех сил старались одержать победу в том или ином состязании. В итоге в игре по мини-футболу лучшими оказались ребята из «Раздолья». В пионерболе команда лагеря «Березка». Первое место в разборке и сборке автомата Калашникова одержали члены команды «Ровесник». И лагерь «Солнышко» стал победителем в 2 видах спорта. Это веселые старты и стрельба из пневматической винтовки. По итогам всех предстоящих соревнований в общекомандном зачете первое место занял лагерь «Солнышко». Второе у команды из «Ровесника» и замкнули тройку лидеров ребята из «Раздолья».